Приветствуем вас, друзья! Мы находимся в садовом центре Гринвиль. И это вторая часть нашего большого обзора, так скажем, виртуальной экскурсии нашего садового центра. В первой части мы показали большой ассортимент хвойных растений, которые представлены в нашем садовом центре. Мы находимся по адресу город Новосибирск, Северный проезд 9. И в честь дня открытия садового центра с 5 по 7 мая всем нашим новым покупателям мы дарим карту покупателя «Стандарт» при совершении любой покупки на любую сумму. Эта карта дает вам право приобретать товар с 10% скидкой от базовой стоимости. Приобретайте любое понравившееся вам растение, благоустраивайте свой сад и наслаждайтесь любимыми растениями. Ждем вас в гости. К тому же приятные цены можно здесь у нас найти по разумным ценам, озеленить ваш сад. А сейчас у нас будет большой обзор по цветущим, декоративно-лиственным, декоративно-цветущим кустарникам и по плодовым кустарничкам. Будет очень много растений, большой ассортимент. Оставайтесь с нами. И мы начнем с вами обзор вот с такой красоты, которая у меня в руках. Это рододендрон. Сорт Нова Зембла, вот такой вот яркий, красивый рододендрон. Кусты вырастают максимальной высотой 1,5 метра. Ну, средняя высота 1-1,20 метра у них идет. Вот такими пышными шапками он цветет. Можно выращивать как контейнерное растение, что в условиях Сибири очень актуально. На зиму, например, занести его в помещение. Стоимость вот такого шикарного куста 3400 рублей. Стоимость я называю оптовую, потому что помимо всех прочих акций и полезных событий в нашем центре Гринвиль, можно воспользоваться акцией «Счастливые часы», приехать к нам с 6 до 8 часов вечера и приобрести абсолютно любой товар в нашем кэш-энтере, в том числе и вот этот рододендрон, по оптовой цене, даже если у вас нет на руках нашей оптовой карты премиум. Это очень выгодное предложение. С наступающими праздниками у нас открывается и посадочный сезон. Это вдвойне актуально приехать, приобрести вот такой, в том числе вот такое прекрасное растение по приятной, разумной цене. Ну, давайте продолжим. Есть у нас два цветущих сорта рододендронов. Это Нова Зембла и вот такой вот красавчик. Dreamland, 3400 рублей. Очень красивый оттенок рододендрона. Широкий куст. И вариация. Вот здесь вот у нас также представлены на заднем плане. Здесь они без цветов. Вот такой вот рододендрон, также Нова Зембла. Ну, это малиновая краска у него будет, молодой вариант. 599 рублей. Миниатюрные растения. Это рододендрон сорта «Бриллиант», 340 рублей. Красивые коралловые цветы. Очень похожи на известную азалию. Азалия – это тоже у нас рододендрон. И сорт «Вик Скарлетт», 340 рублей. Также можно выращивать как контейнерное растение. На зиму желательно заносить его в помещение. Здесь у нас на заднем фоне стоит роскошная гвоздика «Дианthus I Love You», очень красивого нежно-розового оттенка, стоимостью 369 рублей. Прекрасный вариант, уже готовый. Озеленить, добавить красок в ваш сад, украсить альпийскую горку, потому что это миниатюрная вариация, вот такие вот подушковидные растения. Очень красивое яркое цветение. Далее у нас представлены клематисы. Здесь они в размере 9 сантиметров горшочек, тут совсем молодые растения, светло-зеленого оттенка. Цена 446 рублей и сорта в ассортименте представлены. Прекрасные клематисы, хорошо зимуют в наших условиях и в основном практически во всей своей массе они представлены второй группой обрезки, то есть их нужно будет обрезать осенью и весной, чтобы они прозимовали хорошо, и обязательно этим клематисом обеспечивается хорошая опора. Еще одна вариация клематисов
более крупные варианты здесь уже, такие оформленные стволы, уже практически с листьями. Диаметр 14 метров горшка, стоимость 799 рублей. Ну, данный сорт, например, Harlem Hybrid, очень красивый, популярный сорт, имеет необычную форму, строение и окраску цветков. Вот таких вот крупных клематисов у нас представлен целый ряд. Здесь ассортимент сортов. Можно интересные посмотреть новиночки и окраски. Даже если несколько приобрести оттенков, то уже можно готовую создать композицию из клематисов или даже стену из них. Как правило, клематисы — это у нас очень быстрорастущая мощная лиана, которая достигает 3-4 метров в высоту. Ей требуется крупная, такая массивная опора в виде решетки, например, или какой-то перголы. И прекрасно они, кстати, зимуют даже в наших условиях. Стоимость вот такого горшочка 1530 рублей. Здесь у меня сорт Арабелла, такой красивый фиолетово-синий-голубой клематис простого характера распуска цветка. И вот такая вот интересная здесь, кстати, у нас новиночка. Это сорт Тайга. Можно посмотреть на картинки, какие где сорта, как они себя ведут, как цветут. Вот, например, сорт Тайга, стоимость 1997 рублей. Здесь большой выбор, их можете посмотреть, большое разнообразие. Давайте еще вот, давайте я покажу вот этот необычный клематис. Мультиблю, очень красивый фиолетовый оттенок, с большим количеством цветков образуется. Есть простые и полумахровые. И можно глянуть уже, что начинает уже клематис открывать свои прекрасные цветы. Из декоративно цветущих кустарников у нас в садовом центре представлен большой выбор гортензий. Это один из самых популярных кустарников, который пользуется любовью у садоводов, за свое цветение ценится. Сейчас очень большое количество сортов новых выводится. И то, как себя ведет гортензия в наших садах, как она видоизменяется в течение всего сезона, тоже это является одним из любимейших ее признаков. К тому же прекрасный рост, активный, и неприхотливость этого кустарника тоже дают плюс в ее выращивании. И за счет этого очень приятно ее использовать для создания каких-то композиций. Сейчас она представлена у нас в виде вот таких вот молодых саженцев. В листья еще не на всех растениях раскрылись, можно посмотреть. Кое-где раскрываются молодые листочки. И представленный ассортимент включает как древовидные гортензии, так и метельчатые. Из древовидных сортов у нас представлены Аннабели. Это популярные древовидные гортензии, которые имеют крупные шаровидные соцветия. Вот, например, сорт Аннабель Стронг. Красивые кремовые оттенки имеют у нее соцветия. Крупные, очень большие, достигают они где-то 25 сантиметров в диаметре, вот эти шары соцветия. Стоимость вот такого горшочка 1997 рублей. Здесь у нас представлен сорт Фрайс Мельба. Это метельчатая гортензия, у нее соцветия в виде метелки. И отличительная особенность этого сорта то, что соцветие имеет такой двухцветный оттенок, ярко-малиновое основание и светлый цветозеленый или бежевый кончик. Тоже очень интересно смотрится. И стоимость вот такого горшочка 1445 рублей. Еще одна древовидная гортензия — это Pink Annabelle. Имеет также большие крупные шапки соцветия, и которые окрашены в красивый, насыщенный темно-розовый цвет. Стоимость 1997 рублей. Sunday Fries, тоже популярный сорт, очень облиственный, молодые листочки очень радуют. Хорошие кустики. Это метельчатая гортензия, 1445 рублей. Максимальная высота у нее где-то 1,5 метра, но окраска тоже очень красивая, нежно-розового оттенка. И, кстати, в течение сезона гортензии изменяют свою окраску, и осень становится такого насыщенного
малинового темного оттенка. Далее, здесь вот также представлены варианты гортензии в горшочках 3-3,5 литра. Например, сорт Бобо. Это метельчатая гортензия белого оттенка. Бобо Нобель достигает куст 1,20 м в высоту и пышно очень цветет своими большими шапками соцветия. 1105 рублей. Стоимость у всех практически одинаковая. Так, из интересных вариаций. Skyfall, вот такая вот интересная гортензия. Ну, здесь, конечно, она еще пока без листочков. Skyfall имеет нежно зеленоватые оттенки соцветия. Для вашего удобства здесь в торговом, в садовом центре у нас представлены вот такие вот описания. Практически под каждый сорт можно найти описание, особенно это касается гортензии, так как мы пока еще не можем видеть, какой будет именно цвет у этой гортензии, как она выглядит в дальнейшем, какие параметры ее роста, как она цветет и так далее. Все-все можете на наших вот таких познавательных информационных табличках вы посмотреть. Стоимость вот такого горшочка 499 рублей. Кстати, гортензия очень быстро растет. Она начинает цвести, она может даже цвести в первый год, но желательно пожертвовать цветением, чтобы, конечно, набиралась и зеленая масса, формировались скелетные побеги и корневая система. Поэтому лучше в первый год пожертвовать цветением, а на второй год уже наслаждаться цветением. Еще одна интересная гортензия – это Sweet Summer, компактный очень сорт, довольно-таки новый, но, тем не менее, популярный, до 1,5 метра вырастает, красивый такой вот, чем-то похож на ваниль фрайс сорт, для знающих, как ванильный рожок, напоминает у него соцветия. Вот они тоже, 9 сантиметров идет горшочек в диаметре, и вот такой вот сформированный кустик уже. Здесь вот основные побеги есть скелетные, и начинают формироваться дочерние побеги, как бы формируя кустик. Вы можете посмотреть, корневая система прекрасно оформленная. Здесь они выращены в горшочках. 100% приживаемость гарантирована. Гортензия у нас предпочитает в саду кислые почвы и обильные поливы. Гортензия или гидрангия – в переводе любящая воду, поэтому не забывайте ее поливать и не пересушивать. Еще один сорт давайте покажу. Magical Fire. Очень красиво подходит для контейнерного выращивания. Компактный сорт. Сам по себе вырастает до 2 метра, может, но вширь не раскидывается и имеет такие мощные плотные стебли, которые удерживают большие соцветия. Стоимость вот такого горшочка 499 рублей. Сорт гортензии метельчатый Фантом. Очень популярный, всеми любимый. Отличается тем, что интересно изменяет свою окраску на протяжении всего сезона. Куст довольно-таки крупный вырастает, до 2 метров, не сильно раскидистый и образует красивые крупные плотные шапочки, метельчатые соцветия, которые могут изменяться от беловато-зеленого, бежевого в начале цветения до рубиновых оттенков, насыщенных, таких винных даже в конце сезона. Причем гортензия практически вся, она уходит в зиму в состоянии вот с цветами, потому что у нас начинаются уже морозы, ну, где-то в октябре первые морозы, и в таком виде она как бы остается и даже может украшать сад, если вы не обрезаете, конечно, гортензию на зиму, хотя это нужно делать, можно ее оставить в таком виде, и она будет дополнительно украшать сад своими соцветиями в зимнее время. Фантом сорт стоимостью 1445 рублей. Вот у нас уже он в зелени практически. Очень хорошие кустики оформленные. Даже может зацвести он в этом году. Сейчас прям потенциал у него большой, высокий. Интересная, кстати, еще гортензия. Это сорт граффити. Вот она вот здесь расположена. Пока еще, конечно, в виде вот таких вот безлиственных побегов. Но вы можете посмотреть ее цветение на картиночке у нас на информационном стенде. Это компактный сорт, он вырастает максимально 1 метр в высоту
и за счет этого ценится, то есть для каких-то небольших садов, для тех, у кого не позволяет место сильно для больших растений, вот можно вот такие компактные миниатюрные гортензии также выращивать. Цветение нисколько у них не хуже, чем у высокорослых видов. Далее, еще одна карликовая гортензия, Little Snow Spooky. Очень интересная сама по себе, и она даже еще меньше, чем граффити, по высоте достигает максимально 60 сантиметров. Тоже образуют плотные соцветия, красивые пышные шапочки. Ее, кстати, можно тоже выращивать как контейнерная, украшать террасу, патио, зону входную, например. На зиму заносить в помещение, пожалуйста. Либо выращивать ее в открытом грунте. Обязательно укрытие в первые 2-3 года. Напоминаю, что потому что пока растение адаптируется, желательно защищать от морозов. И стоимость ее... Little Spooky 670 рублей, горшочек 15 сантиметров в диаметре. До этого ранее я показывала сорт древовидной гортензии Аннабель. Вот ее же мини-версия, такая в более меньшем формате, так скажем. Вы можете посмотреть, какое у нее цветение. Очень крупные шапки образуют, белоснежные или немножко кремовые оттенки. Здесь ну, прям листики. Такой хороший кустик. Плотные образуются. В этом году она зацветет 100%. Стоимость, кстати, ее 1360 рублей. Большую группу декоративно-лиственных тире декоративно-цветущих кустарников представляют спиреи. Тоже очень популярная группа растений, которая пользуется активным спросом. И украшать спиреями композиции, добавлять композиции, это очень... благородное дело, потому что очень быстрый рост, красивая листва и сами по себе красивые спиреи различных форм, они с максимально короткие сроки помогут создать такую целостную картину в вашем саду. У нас также представлены разные сорта спиреи в разных вариациях пока. Вот некоторые еще не успели обрасти листочки дать, но некоторые уже с листочками. Давайте посмотрим по сортам. Здесь вот у нас сорт японская спирея ватерери. Очень у нее яркие, красивые, насыщенно-розовые цветки. Стоимость 499 рублей. Сорт компактный, достигает 80 сантиметров высоту примерно. Вот здесь вот также у нас японская спирея, представленная Darts Red, красный, красивый, окрашенный лист, оранжевый, красные оттенки такие, и цветение у нее тоже насыщенно такого красноватого оттенка. 340 рублей. Кстати, вот можно посмотреть, как она выглядит. Не забывайте, что у нас представлены информационные таблички практически на каждый сорт для вашего удобства, чтобы посмотрели, как в дальнейшем выглядит это растение и как оно будет себя вести у вас в саду. Еще одна интересная спирея японская – это Little Spooky, карликовая спирея, достигает высотой 40-50 сантиметров. Очень компактный, красивый кустик с миниатюрными листочками, который также симпатично цветет. И украшает небольшие какие-то композиции в качестве таких вот дополнительных основ для подбития композиции. Тоже быстро довольно-таки зарастает, обрастает листочками. И можно ее, кстати, формировать в виде шарика стрижкой. Стоимостью 340 рублей. Еще одна миниатюрная, интересная японская спирея, это Golden Princess, красивый, насыщенный ярко-желтый оттенок имеют у нее листочки. Вы можете посмотреть на контрасте с ярко-розовыми цветками, смотрится очень интересно. Форма подушковидная у нее образуется и максимальная высота 60 сантиметров. Стоимость вот такого горшочка 255 рублей. Один из самых популярных сортов спиреи, это спирея серая Grapeshine. У нее интересная форма роста. Она раскидистая, фонтанообразная, и цветение обильное белыми цветками. Вот здесь вот уже можно наблюдать ее цветение. Смотрится очень красиво, когда в взрослом состоянии спирея, такие выпады белоснежных побегов, усыпанные цветами,
на фоне зелени смотрится просто роскошно в саду. И вырастает она 1,5 метра где-то в высоту. Можно ее формировать, подстригать. Стоимость горшочка 442 рубля. И еще одна очень популярная спирея. Японская сорт Gold Flame. Тоже сорт зарекомендовал себя как хорошо зимующий. Прекрасно быстро обрастает. В наших условиях, кстати, он может подмерзать до уровня снега. В остальном части практически не повреждаются морозами. И она довольно-таки хорошо быстро восстанавливается. Тоже цветет ярко-розовыми цветками. На фоне вот такой ярко-желтой листвы смотрится очень интересно. Ну и, конечно же, к концу сезона все спиреи имеют особенность изменять окраску листьев и становятся другого оттенка, приобретают желтовато-оранжевые, красноватые оттенки. Стоимость вот такого горшочка 499 рублей. Уже можно приобрести вот такой кустик и украсить сад даже сейчас, когда только начинается посадочный сезон. Из декоративно-лиственных растений, которые пользуются очень большой популярностью, у нас в ассортименте представлены барбарисы. Это, наверное, одна из самых любимых групп растений. Настолько разные жизненные формы представлены, разные окраски можно встретить. И даже приобретя несколько барбарисов, можно создать целую яркую композицию на своем саду. А некоторые уже успели распустить свои листочки, как, например, вот этот сорт Ruby Star. Вот такой интересный компактный сорт с красным оттенком листьев. Кустовая форма роста у него 510 рублей, вот такой горшочек. Медленно растущее растение, не достигает огромных размеров, максимальная высота 80 сантиметров, но смотрится очень эффектно. Представлены разные жизненные формы, кустовые, колоновидные. Барбарисы у нас в садовом центре карликовые, шаровидные. Можно посмотреть, отчитывая наши описания, тоже информационные таблички вам в помощь будут, если вы сомневаетесь или теряетесь в выборе. Например, вот популярный сорт барбарис Тунберга Атропурпуре. Очень красивый, насыщенный цвет листьев у него идет, на такой свекольного оттенка. Это колоновидный барбарис, он достигает 1,5 метра в высоту в среднем и довольно-таки быстрый прирост имеет. 255 рублей. За вот такой кустик. Барбарисы растут достаточно быстро. Они хорошо обрастают зеленью и прекрасно зимуют в наших сибирских условиях. Здесь у нас представлен сорт барбариса Богатель. Это суперкарликовый сорт. Вот такой вот у него интересный окрас листьев. Он зеленоватый, с красными верхушками и беловатыми прожилками. Сам по себе богатель сорт достигает высоту максимальную 40 сантиметров. Это шаровидная форма роста имеется. И для тоже альпийских гор, для создания каких-то небольших композиций, для подбития композиций тоже можно их использовать. Более очень интересный декоративный вид они имеют. 255 рублей стоимость такого барбариса. Давайте еще вот здесь посмотрим. У нас Тунберга барбарис Кармен. Красивый фонтанообразная форма роста имеется с насыщенным темным листом. Быстро растущий барбарис. В разные стороны он выдает длинные побеги. Ему достаточно много нужно свободного пространства вокруг, потому что занимает он площадь где-то 1,5 метра вокруг себя, где-то в диаметре. И тоже очень интересно смотрится, как такое вот яркое пятно в саду. Можно его использовать. 255 рублей вот за такой вот горшочек. Это уже прям готовый кустик. Он еще раскроет свои листочки. Будет очень декоративно смотреться. Эффектный и необычный барбарис Тунберга Шоколад Саммер. Это новиночка, довольно-таки недавно выведенный сорт. Колоновидный компактный барбарис. Высотой где-то 1,5 метра. Очень красивого, темного, насыщенного, шоколадного, кофейного оттенка имеет у него листья.
компактная форма роста, вертикальные побеги имеют. Очень интересно смотрится в качестве живой изгороди, можно его использовать и для создания каких-то вертикальных композиций. Стоимость вот такого горшочка 399 рублей. Очень интересный, необычный барбарис, сорт Golden Ring, это барбарис Тунберга, который выделяется от всех остальных своими крупными листьями и ярко-желтой каймой по краю листа. Чем-то схож с сортом Каранита. Довольно-таки крупных размеров достигает этот сорт по форме роста, как кустовидный, и может достигнуть до 3 метров высоты вот такого вот. Интересный, яркий, очень довольно-таки барбарис. Сейчас обзорно вам покажу пузыреплодники. Они у нас также в ассортименте представлены в садовом центре. Пока еще без листьев, но сориентируем вас по сортам и по ценам некоторые позиции. Пузыреплодник оленолистный Red Baron, красный барон, вот такой вот крупный вариант, 426 рублей. Очень насыщенные темно-красные листья такого стекольного оттенка приобретают у него. И вот такая вот его мини-версия, мое молодое растение, 255 рублей. Здесь также представлены популярные сорта шух. Вот этот вот физокарпус пузыреплодник оленолистный, 255 рублей, 9 сантиметров у него диаметра. Здесь Lady in Red карликовый небольшой пузыреплодник, который имеет такой зеленовато-бурый оттенок, оранжевыми такими оттенками, 340 рублей. Диабло, самый популярный у нас пузыреплодник с насыщенным свекольным оттенком листов, крупный, вырастает куст, довольно-таки быстро растущий, 299 рублей. Little Joker, карликовый сорт с очень мелким листом, насыщенного такого шоколадного оттенка листочки, стоимостью 340 рублей, тоже 9 сантиметров диаметром. Так, здесь у нас представлен Андре, тоже популярный сорт, красивый, очень насыщенно красные листья у него, 255 рублей. И вот здесь вот рядом с пузыреплодником у нас представлена форзиция. Форзиция – это декоративно цветущий кустарник, который зацветает очень рано весной, в данном случае вот в мае. И даже еще не успев раскрыть листья, у него обильно усыпаны все побеги вот такими ярко-желтыми цветами. Смотрится это, конечно, очень эффектно. Такая вот прям залитая солнцем буквально кустарник. Довольно-таки быстро у него идет прирост. Вот у меня здесь сорт мини-голд, карликовая небольшая форзиция компактных размеров, 299 рублей. Ну вот она уже может стоять в таком даже миниатюрном варианте уже на цвету. Очень необычное растение, стефанандр надрезно-листное. Стоимость такого горшочка 299 рублей. Это декоративный кустарник, который имеет такую поникающую форму роста. И ее лучше садить где-нибудь на возвышении каком-то. Такая более плакучая у него форма роста и ажурные такие листики. Очень интересная сама по себе. Вырастает она где-то до 60 сантиметров в высоту. Но вот за счет своего такого необычного вида ее также активно используют в озеленении. Декоративно-лиственные растения у нас также представлены интересными позициями, такими как ива. Ива пурпурная нано. Это карликовый сорт ивы, который в максимальном своем размере достигает где-то 60 сантиметров в высоту. У них очень мелкий красивый лист, который оттеняется красными стеблями. Тоже очень интересно будет смотреться в композициях. Ива у нас любит более увлажненные места. Можно где-нибудь возле водоемов высаживать, какие-то миниатюрные такие композиции создавать. Или создавать имитацию ручья, например, или водоема. 299 рублей вот за такой кустик. Он довольно-таки уже пышненький, облиственный. И можно уже такую довольно-таки композицию готовую создать уже в первый год. Далее. Вот такая вот интересная ива. Тоже популярный сорт Хакура Нишики, 399 рублей. У нее также интересная окраска листа идет, розоватая, зеленовато-салатовые оттенки и красные оттенки
побегов. В основном практически у всех ив присутствует такой красный пигмент, ну, за счет этого они и пользуются популярностью своей, очень декоративно смотрится. 399 рублей за такой вот горшочек. Из необычных растений у нас в дом-центре представлены клены. Они есть в разных вариациях. Ну, вот я покажу вам такой вот крупный уже вариант с листиками, чтобы посмотрели красоту этих листиков. Это клен длинневидный, стоимость его 1785 рублей. Достигает он высоту в взрослом состоянии до 3 метров. Очень эффектно смотрится, интересно, и имеет небольшую форму листа. Для любителей, ценителей простых форм также у нас представлена калина. Обыкновенная калина розео, цветущая вот такими пышными белоснежными шапками. И куст у нее достигает 3,5-4 метров. Красивый куст, довольно зеленый, прекрасная ветрозащита и пылезащита для участка. Быстрый рост дает 1530 рублей. Ну, прилично такой уже кустик, сформированный с листочками. Она же представлена в более меньшем варианте. Далее здесь у нас представлена айва. Так, сорт Николин, великолепная айва, 255 рублей. Тоже компактный сорт, небольшие дает побеги, небольшие дает плоды. Тут уже цвести начинает, можно будет посмотреть. Красноватые у нее будут в дальнейшем побеги. Стоимость 255 рублей. А также бузина черная. Тоже миниатюрные такие варианты. Это сорт Black Beauty. Бузина ценится за окраску своих листов, красивые перистые листья. Ну и в дальнейшем она еще цветет и дает плоды черные, грозди мелких ягод. Тоже очень красиво и эффектно смотрится и достигает где-то 2-2,5 метров в высоту. Прекрасно себя чувствует в наших условиях. Стоимость такого горшочка 467 рублей. И еще один сорт бузины. Можете посмотреть, как она выглядит, Black Tower. Черная бузина, 467 рублей. У нее прям темные листья и потом в дальнейшем темные побеги, плоды она дает. Сирень. Декоративно цветущие кустарники здесь вот у нас представлены. Тоже можно ориентироваться по нашим информационным табличкам. Например, сорт Майнденс Блаш. Тоже интересная сирень, пышные дает побеги, нежного такого зефирно-розового оттенка. Ну, в таком вот виде они представлены. Зацветает она уже на второй год. Стоимость горшочка 359 рублей. Здесь ее тоже в ассортименте. Разные сорта. Кстати, сорта можете уточнить на нашем сайте. Здесь также у нас представлен принц Волконский, популярный довольно-таки сирень, очень крупная, до 3-4 метров она вырастает и форму дерева больше приобретает, и цветет таким насыщенно малиновыми оттенками. Ну и, конечно, один из самых ярких и декоративных сортов сирени – это сорт Сенсация. Вырастает она где-то 2-2,5 метра высоту и интересными цветками цветет. Биколорный окрас у нее насыщенно розовый с белой каймой цветок. Очень интересно смотрится и декоративно. Куст довольно-таки компактный и прекрасно у нас зимует. Ягодные кустарнички также у нас представлены в ассортименте. Начнем мы с клюквы. Тоже полюбившийся всеми кустарничек, который активно уже научились выращивать наши садоводы. Вот в таком вот виде она к нам поступает. Это вечно зеленое растение вересковое. Вот в таком вот виде она зимует, под снег уходит. Сорт клюква крупноплодная. Вот у меня в руках это Бен Лир, это один из самых популярных сортов. Достаточно хорошо растет, быстро наращивает свою зеленую массу и с укрытием зимует. Ей требуется влажный, увлажненный грунт и кислый грунт. Обязательно нужно использовать торф для посадки. Стоимость вот такого горшочка 299 рублей. Здесь также у нас представлены клюква крупноплодная Стивенс. Это у нас новиночка.
тоже вот такие вот крупные выдает она побеги. Хорошо должен быть увлажненный, опять же, повторюсь, субстрат. Стоимость ее 299 рублей. Ну и помимо всего прочего, у нее еще декоративные такие буроватые оттенки листов имеют, что дополнительно будет украшением для сада. Так, пилигрим, вот такая вот интересная крупноплодная клюква. Она миниатюрная, компактная и довольно-таки большую площадь она занимает своими побегами, но тем не менее хорошо плодоносит, такой высокоурожайный сорт. Стоимость у нее 299 рублей. Из ягодных кустарничков у нас представлены клюква и голубика высокорослая, тоже один из самых популярных, востребованных групп кустарников, плодоносящих, причем довольно успешно в наших условиях сибирских. Вот такая вот новиночка, сорт Сиера. Здесь вот двухлетнее растение, 459 рублей. Есть вот такие вот мини-версии молодые, однолетние побеги, 299 рублей. А голубика плодоносит довольно-таки хорошо, даже в наших условиях. Ей требуется кислый грунт обязательно. И на зиму желательно, конечно, ее укрывать, особенно пока она молодая, пока не адаптируется. Большой ассортимент показан на стеллажах, то, что она представлена. Здесь также голубика Патриот, популярный довольно-таки сорт, это двухлеточка, стоимость 459 рублей. Вот такая вот двухлетка сорта Река, тоже высокорослая голубика, крупноплодная, хорошо плодоносит. И давайте вот этот покажу вам вариант. Популярный всем известный сорт Goldtraub, 299 рублей. Hanna Choice, 299 рублей. Ассортимент довольно-таки большой. Ну и далее ежевика, тоже в ассортименте. Ежевика кустистая у нас представлена. Black Satin, самый популярный сорт, крупноплодная, сладкая очень, которая не растет, как обычная, всем известна, дикая ежевика, она не плетется, а именно такой полукустовидной формы, имеет кустистая. Торнфри, тоже сорт интересный, декоративный, очень такой симпатично смотрится, 279 рублей. И кустистая ежевика, Трипкроун, 279 рублей. Компактный довольно-таки сорт, она достигает 1,20 м примерно в высоту и обильно плодоносит. Так, здесь у нас тоже, кстати, голубика, давайте продолжим. Pink Blueberry, тоже очень популярный сорт, это высокорослая голубика. Голубика, кстати, у нас достигает до 2 м в высоту. Может, ну, при этом, конечно, будет плодоносить активно. Может подмерзнуть до уровня снега, но это абсолютно не страшно, она хорошо восстанавливается. Продолжим. Голубика у нас, блюкроп здесь также. Такие вот варианты. Давайте достану. Зеленое, отличное растение. Почки она еще раскроет. 299 рублей. Друзья, у нас в садовом центре можно найти вот такие интересные растения. Это падуб Мизерва. Сорт Blue Angel. Посмотрите, какие они симпатичные, листья у них как восковые, они колючие, имеют такие иголочки и очень яркие плоды. Плюс еще тут цветение у нас наблюдается. Стоимость маленького горшочка 279 рублей. Вот такой вот крупный вариант, 1445 рублей. Как контейнерное растение можно выращивать, его можно с обязательным укрытием. Вообще как вечно зеленый используется, он не опадает на зиму и остается в таком зеленом виде, уходит в подснег. Тоже очень интересный вариант для украшения вашего сада. Еще одно очень интересное декоративно-лиственное и цветущее также растение – это кизильник, гибридный катаниастр Coral Beauty. У него интересный лист, интересная форма, хорошо подаются стрижки и очень быстро растет за сезон.
Это прекрасное растение, которое можно создать зеленую изгородь, живую изгородь, и такой создать бордюрчик. Если несколько посадить рядом, буквально за 2-3 года создаться плотная завеса, как живая изгородь. Специально для таких целей он и выращивается. Ну, плюс еще он цветет красивыми желтовато-розоватыми такими цветочками, и потом на нем образуются плоды, которые съедобные. Друзья, из однолетних растений у нас уже в наличии представлены вот такие яркие петунии, которые в ассортименте, они продаются в кассетах по 6 штук. Стоимость кассеты 269 рублей. С разнообразные окраски можно встретить. Это кустовая петуния, которая прекрасно растет в виде шапочки и обильно цветет крупными цветками. И также в ассортименте представлены тагетесы или бархатцы. Вот такие вот шафраны крупные лимонного оттенка. Стоимость 259 рублей. Здесь кассета 4 штуки. Можно уже начинать украшать свои балконы, террасы или озеленять ваш сад, благоустраивать. Друзья, ну на этой цветочной ноте я хочу закончить нашу вторую часть обзора садового центра. Напоминаю, что в период с 5 по 7 мая в честь открытия садового центра мы дарим нашим новым покупателям, совершившим любую покупку в нашем кэш-энд-кэри в Гринвиль, карту стандарт, которая дает скидку 10% от базовой стоимости. Это очень выгодное предложение, и можно побаловать себя, приобретя любые любимые, понравившиеся вам растения и украсить свою жизнь такими красивыми цветами. Спасибо вам за внимание, спасибо, что были с нами. Мы желаем вам всего самого наилучшего, ждем вас в гости и всего самого хорошего.